Бисмиллях, вассаляту вассаляму аля расулиллях. 14 из полезных правил достижения счастливой жизни – помнить о скоротечности жизни. Благоразумный человек знает, что счастливая и спокойная жизнь, которую только и можно считать правильной, очень скоротечна. А посему он и не должен ее заполнять беспокойством и постоянными переживаниями. Ибо это противоположно правильной жизни, иначе большая часть его жизни пронесется в тяготах и печали. В этом смысле равны как праведники, так и грешники, как верующие, так и неверующие. Однако у верующего преуспеяние больше и удел благороднее, как при жизни на земле, так и после смерти.